Сура Ан-Нахль. Пчелы. Бисмиллахир рахманир рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ата амруллахи фала тастаджилу. Субханаху ва тааля амма юшрикун. Веление Аллаха придет, и не пытайтесь это ускорить. Преславен Он и превыше того, что они приобщают сотоварищи. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Он ниспосылает ангелов с духом, откровением, по своему велению тому из своих рабов, кому пожелает. Предостерегайте тем, что нет божества, кроме меня. Бойтесь же меня. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Он сотворил небеса и землю воистине. Он превыше тех, кого они приобщаются, товарищи. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Он сотворил человека из капли, и после этого тот открыто пререкается. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. Инна раббакум ларауфур рахим. Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Воистину, Господь ваш сострадательный, милосердный. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Аллах указывает на прямой путь, но есть дороги, которые уводят в сторону. Если бы Аллах пожелал, то Он вас всех наставил бы на прямой путь. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. Он тот, кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасете скот. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды.
Воистину, в этом знамении для людей размышляющих. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Он покорил вам ночь и день, солнце и луну, звезды также покорны по его воле. Воистину, в этом знамение для людей разумеющих. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Он сотворил для вас на земле разнообразие цветов. Воистину, в этом знамении для людей поминающих. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Он тот, кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать его милость. Быть может, вы будете благодарны. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти верным путем. Он создал приметы, а по звездам они находят правильную дорогу. Разве тот, кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не помянете назидание? Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитайте их. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Аллах ведает то, что вы утаиваете, и то, что вы совершаете открыто. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить тогда, как сами они были сотворены. Они мертвы, не живы и не знают, когда они будут воскрешены. Илахукум илаху вахид. فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Ваш Бог, Бог единственный. Но сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, отвергают истину, а сами они высокомерные гордецы. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете. Воистину, Он не любит высокомерных.
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. Когда им говорят, что ниспослал вам Господь, они говорят: сказки древних народов. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Пусть они понесут свою ношу целиком в последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение. Как же отвратительна их ноша! قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Козни строили еще те, которые жили до них, но Аллах разрушил основание их строения. Крыша обрушилась на них сверху, и мучения постигли их оттуда, откуда они их не ожидали. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. А потом в день воскресения он опозорит их и скажет: «Где же мои сотоварищи, о которых вы спорили?» Те, которым было даровано знание, скажут: «Воистину, сегодня неверующих постигнут позор и зло». الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Те, кого ангелы умертвили, когда они грешили во вред себе, проявят показную покорность и скажут: «Мы не совершили никакого зла». Им ответят: «О нет, воистину Аллаху известно о том, что вы совершали». فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Войдите во врата Гиенны и пребудьте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся! وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Когда богобоязненных спрашивают: «Что ниспослал вам Господь?» Они говорят: «Благо». Тем, кто творил в этом мире добро, будет воздано добром. А последняя обитель будет еще лучше. Как же прекрасна обитель богобоязненных! جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Они войдут в сады Эдема, в которых текут реки. Они получат там все, чего пожелают. Так Аллах воздает богобоязненным. الذين تتوفاهم الملائكة
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Которых ангелы успокаивают праведниками. Они говорят: «Мир вам! Войдите в рай благодаря тому, что вы совершали». هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Неужели они ждут чего-либо иного, кроме ангелов или веления твоего Господа? Так же поступали те, которые жили прежде. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. Злое возмездие постигло их за то, что они творили, и окружило или поразило их то, над чем они издевались. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Многобожники говорят: если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него. И мы не стали бы запрещать что-либо вопреки ему. Так же поступали те, которые жили прежде. Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи откровения? ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Мы отправили каждой общине посланника: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был конец неверующих. Как бы ты ни хотел наставить их на прямой путь, Аллах не наставляет на прямой путь тех, кого Он вводит в заблуждение, и не будет у них помощников. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет, это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами.
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Когда мы хотим чего-либо, то стоит нам сказать «будь», как это сбывается. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в последней жизни будет еще больше, если бы они только знали. Это те, которые проявляют терпение и уповают только на своего Господа. Мы посылали до тебя посланниками только мужей, которым внушали откровение. Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Мы отправляли посланников с ясными знамениями и писаниями. А тебе мы ниспослали напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались. Неужели те, которые строят злые козни, не опасаются того, что Аллах заставит землю поглотить их, или мучения постигнут их оттуда, откуда они их не ожидают? Или того, что он схватит их, пока они мечутся, и они не смогут избежать этого? أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Или того, что он схватит их, когда их охватит ужас. Воистину, твой Господь сострадательный, милосердный. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Неужели они не наблюдали за вещами, которые созданы Аллахом? Они обладают тенью, которая склоняется вправо и влево, падая ниц перед Аллахом и оставаясь смиренной. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Перед Аллахом падают ниц все обитатели небес и земли, животные и ангелы, и они не проявляют высокомерия. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Они боятся своего Господа, который над ними, и совершают то, что им велено. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Аллах сказал: «Не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь».
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Ему одному надлежит поклоняться. Неужели вы станете бояться кого-либо, помимо Аллаха? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Все блага, которые вы имеете, от Аллаха. Если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Когда же он избавляет вас от беды, то некоторые из вас начинают приобщать сотоварищей к своему Господу. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Таким образом, они отвергают то, что мы даровали им. Пользуйтесь благами, и скоро вы узнаете. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. Они отдают долю из того, чем мы их наделили, ради того, что им неизвестно. Клянусь Аллахом, вы будете спрошены обо всем, что измышляете. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Они приписывают Аллаху дочерей, пречист Он. Себе же они оставляют тех, кого хотят. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором, или же закопает ее в землю, воистину скверны их решения. الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Скверно описание тех, кто не верует в последнюю жизнь, а описание Аллаха самое возвышенное, ведь Он могущественный, мудрый. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа. Однако Он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Они приписывают Аллаху то, что им самим неприятно. Их языки лживо возвещают о том, что им уготовано наилучшее. Несомненно, им уготован огонь, и они будут покинуты.
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Клянусь Аллахом, мы до тебя направляли посланников к народам, но сатана приукрасил для них их деяния. Сегодня он является их покровителем и помощником, и им уготованы мучительные страдания. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Мы не спаслали тебе Писание, дабы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Аллах ниспослал с неба воду и оживил ею мертвую землю. Воистину в этом знамение для людей внимающих. Воистину в домашней скотине для вас назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животах между пометом и кровью, чистым молоком, приятным для пьющих. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Из плодов пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток и добрый удел. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Твой Господь внушил пчеле: воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. А потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе. Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которые приносят людям исцеление. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Аллах сотворил вас, а затем Он умертвит вас. Среди вас есть такие, которые превращаются в дряхлых стариков и забывают все то, что знали. Воистину, Аллах знающий, могущественный.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован большой удел, не хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха? وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков, и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет и не может иметь для них удел на небесах и на земле. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Никого не сравнивайте с Аллахом. Воистину, Аллах знает, а вы не знаете. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Аллах привел притчу о рабе, который принадлежит другому и совершенно не обладает властью, и человеке, которому мы даровали прекрасный удел, и который расходует его тайно и открыто. Равны ли они? Хвала Аллаху! Но большая часть людей не знает этого. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Аллах также привел притчу о двух мужах, один из которых немой, ни на что не способен и обременяет своего господина. Куда бы его ни послали, он не приносит добра. Разве он равен тому, кто отдает справедливые приказы и следует прямым путем? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле. Наступление часа подобно мгновению ока или даже быстрее. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.
Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шайан ва джаала лакум ас-сам'а валь-абсара валь-афидата ла'аллакум ташкурун. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны. Алам яру иля ат-тайри мусаххаратин фи джауи ас-самаи ма юмсикухунна илля Аллах. Инна фи залика ла аятин ли кауми Неужели они не видели птиц, покорно летающих в небе? Никто не удерживает их, кроме Аллаха. Воистину, в этом знамение для людей верующих. Валлаху джаала лакум мин буютикум саканан ва джаала лакум мин джулудил ан'ами буютан тастахиффунаха. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас жилища из шкур домашнего скота, которые не обременяют вас, когда вы отправляетесь в путь или делаете привал. Он даровал вам утварь и всякие предметы из шерсти, пуха и волоса, чтобы вы пользовались ими до определенного времени. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежище в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. Так Он доводит до конца свою милость к вам. Быть может, вы станете мусульманами. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только ясная передача откровения. Я'рифуна ни'маталлахи, сумма юнкирунаха, ва аксарухумуль кафирун. Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них неверующие. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. В тот день, когда мы выставим из каждой общины свидетеля, неверующим не позволят оправдываться, и от них не потребуют покаяния. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Когда же беззаконники увидят мучения, то не будет им ни облегчения, ни отсрочки. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّ
إنكم لكاذبون. Когда многобожники увидят своих сотоварищей, они скажут: «Господь наш, вот сотоварищи, которым мы взывали вместо Тебя». Но они отбросят их слова и скажут: «Воистину вы лжецы». В тот день они изъявят Аллаху покорность, и покинет их то, что они измышляли. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Для тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, мы будем прибавлять мучения к мучениям за то, что они распространяли нечестие. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. В тот день мы выставим против каждой общины свидетеля из их числа, а тебя выставим свидетелем против этих. Мы не спаслали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. Инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсани ва итаи биль курба ва янха анил фахшаи валь мункари валь багли яизукум лааллакум тазаккарун. Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помянете назидание. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Не уподобляйтесь той женщине, которая распустила свою пряжу после того, как скрепила нити. Вы обращаете свои клятвы в средства обмана, когда одни из вас оказываются сильнее и многочисленнее других. Таким образом, Аллах подвергает вас испытанию. А в день воскресения Он непременно разъяснит вам то, в чем вы расходились во мнениях. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Если бы Аллах пожелал, то Он сделал бы вас единой общиной.
Однако он вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. И вы непременно будете спрошены о том, что вы совершали. أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Не обращайте свои клятвы в средства обмана, чтобы ваша стопа не поскользнулась после того, как она твердо стояла, а не то вы вкусите зло за то, что сбивали других с пути Аллаха, и вам будут уготованы великие мучения. Не продавайте данные Аллаху обеты за ничтожную цену, ибо для вас лучше то, что у Аллаха, если бы вы только знали. То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда. А тем, которые проявляли терпение, мы непременно воздадим наградой за лучшее из того, что они совершали. Мен амила салихан мин закарин ау унса, ва хуа му'минун, фаланухьянаху хаятан тайбан. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха. Иннаху лейса лаху султанун аля аллазина аману аля раббихим ятаваккалун. Воистину он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Ему подвластны только те, которые считают его, сатану, своим помощником и покровителем, и которые приобщают к нему сотоварищей. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Когда мы заменяем один аят другим, они говорят: «Воистину ты лжец». Аллаху лучше знать то, что Он не спосылает. Но большая часть их не знает этого. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Скажи, что Святой Дух принес его, Коран, от твоего Господа с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное руководство и благую весть для мусульман. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Мы знаем, что они говорят. Воистину его обучает человек. Язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это ясный арабский язык. Инна ллазина ла юминуна би аяти Аллахи ла яхдихиму Аллаху ва лахум азабун алим. Воистину Аллах не ведет прямым путем тех, кто не уверовал в знамения Аллаха, и им уготованы мучительные страдания. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Воистину ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха. Они и есть лжецы. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни. Воистину, Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они и есть беспечные невежды. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Несомненно, в последней жизни они окажутся потерпевшими убыток. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Воистину твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты искушению, а затем сражались и проявляли терпение. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. В тот день каждый человек придет и будет препираться за себя сам. Каждому человеку сполна воздастся за то, что он совершил, и с ними не поступят несправедливо. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое, Мекку. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за то, что они творили. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. К ним явился посланник из их среды, но они не признали его, и мучения постигли их, пока они поступали несправедливо. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Питайтесь дозволенным и благим из того, что Аллах дал вам в удел, и будьте благодарны за милости Аллаха, если вы поклоняетесь Ему. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также то, что не заколото во имя Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не приступая к пределу необходимого, то ведь Аллах прощающий, милосердный. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно. И не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Мата'ун калилу, валахум азабун алим. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. А иудеям мы запретили то, о чем мы рассказали тебе раньше. Мы не были несправедливы к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Воистину, твой Господь прощает и милует тех, кто совершил злодеяние по незнанию, но после этого раскаялся и исправил содеянное. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Воистину, Ибрахим был вождем покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Он был благодарен Аллаху за благодеяние, и он избрал его и повел прямым путем. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Затем мы внушили тебе, исповедуй религию Ибрахима, будучи единобожником, ведь он не был из числа многобожников. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Воистину, суббота была предписана только тем, кто впал в разногласия по этому поводу. Воистину, твой Господь в день воскресения рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. Удъу иля сабили раббика бил хикмати валь мау'идати лхасанати ваджадилхум биллати хия ахсан. Инна раббака хуа а'ламу биман далля ан сабилихи ва хуа а'ламу бил мухтадин. Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием, и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Если вы подвергнете их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Посему терпи, ибо твое терпение только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься от того, что они ухищряются. Инна Аллаха маа аллазина аттакау валлазина хум мухсинун. Воистину, Аллах с теми, кто богобоязен и кто творит добро.